Большими комиссиями вправе решения имеете право, согласно пункту 21, Они предоставлены. То есть, если вы такой... Хорошо, они подходи туда. Они скрепляют. Что значит подожди? Это памятка. Отставил сам на 10 метров и теперь. Не должно быть. Мы должны видеть свободно, что они делают. Конечно. Подходи туда, не стесняйся. Запретил, чтобы не вывели. Чтоб не вывели отсюда сейчас полиция. Сергей Николаевич, не видно просто очень, пока мы еще здесь ходим. Ну вот почему он упаковывает? Сергей Николаевич, а почему вы упаковываете? Мы должны были пересмотреть. Почему вы упаковываете? Мы доверяем своей комиссии. Не надо доверять. Мы хотим проверить, потому что мы не видели с того расстояния. То, что вы считали. Пожалуйста, распаковывайте, мы будем смотреть. Вы, тем более вы обещали, надо быть мужчиной. Не, ну как так? Было бы все правильно. Ну мы неправильно говорим. Да. Мы что, разве протестуем против итога? А не очевидно. Ну это же тоже не будет. Ну он же сам сказал, вы сидите. Сейчас все упаковали. Сейчас она зовут цифру. Ну как? Нет, да. И даже наши оппоненты согласны, что это не так. Да. Распаковывайте, пожалуйста. Распаковывайте. А он говорит, что я доверяю членам своей комиссии. Все. Сергей Николаевич, вы нас вообще не считаете за людей или как? Ага. Распакуйте, я еще раз говорю. Докладывайте. Все, ну все жалко, что вы переживаете? Эти данные просто этого участка не будут учитывать. А как ты это сюда берешь? Через жалобу. Ну что это такое? Ну типа. Я не знаю еще результатов, никто не одушевил. Но нам не дали.